Вегелевское литературно-творческое объединение «Строка», авторское стихотворение Раисы Сусловой «Расстрел». Враги построили людей в одну цепочку. За спинами кирпичная стена, жизнь съежилась, а я смотрел лишь в дуло точку и знал, что жизнь как никогда ценна. В сознании стучались страх и дерзко мысли. Как выжить, обманув старуху смерть? Последние минуты тяжестью нависли. Я залп опередил на миг, как зверь. Фашисты методично целились, стреляли. Валился на меня вес груды тел. Звучали выстрелы, последних добивали, убрав свидетелей кровавых дел. И жажда жить шептала: «Да тебя терпели! Замри, не выдай, что еще ты жив!» Казалось, кровь расстрелянных меня так грела, что я лежал, дыхание затаив. Я жив! Каким-то чудом Божьим жив остался! И память уцелевшая жива, я с нею каждый раз, как феникс, возрождался. Я с ней живу, пока она жива.